Всем привет, бродяги, с вами я, Сталкер Баннерщик, и это аномальная зона Next Day. Я продолжаю здесь выживать и продолжаю проходить квесты военных, а в предыдущую ходочку что-то у меня не срослось. Как видите, метка на экране есть, 274 метра до этой точки, но там я ничего не нашел. Не знаю, давайте посмотрим. Диверсанты. Найти и уничтожить на острове между Пироговой плотиной диверсионную группу. На острове. Не под островом, а на острове. Да, здесь есть, конечно, переход на локацию подземную. Но я не думаю, что надо туда в бункер лезть. Скорее всего, в таком варианте бы развития событий точка мигала бы около входа в бункер, я бы туда зашел бы, и там бы уже продолжилось. Но здесь показывает, что нужно именно идти на этот остров. В предыдущий раз ничего я там не обнаружил. Может быть, нужно было какое-то время подождать, когда диверсанты появятся. Я не знаю, сейчас попробую дойти до этого места еще раз и понаблюдать издалека. Может быть, действительно, они там пока появятся, какое-то время должно пройти. Вот, точка пропала, да? То есть она пропала, и непонятно. Непонятно, что делать. Вот этот остров. Может быть, в этот раз получится найти этих диверсантов. Вот на этом острове они должны быть. С какой стороны их искать, может быть... Но не нужно на этот остров заходить, а издалека. Даже не знаю. О, Мишка. Медведя нужно убить. Выдам себя. Но других вариантов нету. Диверсанты. Диверсанты, по идее, должны взорвать плотину. Ну, они для этого и диверсанты. Может быть, мне со стороны плотины бы зайти? А там вояки. Там опять же вояки. Даже не знаю, что делать. Но вариантов у нас немного, поэтому идем. Идем в эту сторону. Сейчас посмотрим, разведаем. А вот здесь должны быть диверсанты. Ну, блин, не знаю, нету их. Ладно, давайте сходим на плотину. Если военные в меня будут стрелять, мы их, конечно, снимем. А там уже разберемся. Стрелять они в меня будут, конечно, это же вояки. Так, ну что? Вояк сняли мы. Что делать с диверсантами, пока не ясно. Может быть, да, может быть, нужно сначала уничтожить вояк, потом и диверсанты проявят себя. Не знаю. Так, быстрее, сталкер. Колись аптечкой. Так, отлично. Все отлично, двигаемся. Двигаемся дальше. А патронов-то у меня... Чуть-чуть осталось, да? Нормально жить можно. Но не видно здесь диверсантов. Я уже тут и военных зачистил. Надо их облутать, наверное, я думаю. Так, ну что интересного? Да ничего тут интересного нет. Все, что у них есть, у меня тоже есть. Мне тут особо ничего не нужно. Ну, винтарь можно взять. Зайдем сюда в бункер. Посмотрим, что тут интересное. Пусто. Ну нету здесь никого. Так, а здесь у нас что? Так, тут тоже ничего интересного нету. Ну, выбора у меня не остается. Наверное, придется лезть в бункер. Может быть, действительно, они там где-то прячутся и пытаются выйти здесь. Я не знаю, доходит ли бункер до сюда. Хотя, с другой стороны, даже если бы доходил, это же остров. Но под водой, если только. Но
да. Да, вариантов много. Идем на этот остров и будем думать. Так, ну вот, 42-41, а буквально несколько метров. Ну, диверсантов, я думаю, в этот раз тоже тут не будет. Ну вот, точка показывает, куда. Вниз, вниз. Ну, такое ощущение, как будто действительно они внутри. Внизу. Нет, нет, я был неправ. Смотрите, что я не заметил в предыдущий раз. Это какой-то записка. И перекрыть доступ бронетехники из части можно только одним способом. Взорвать плотину. Выполняйте, майор, жду бункер как можно быстрее. Нам нужны все силы. Ага, нет, все, я был прав. Записка. В общем, я подобрал записку. И в предыдущий раз я ее тоже подобрал, но как-то не придал этому значению. Значит, они действительно в бункере. Бункер проходит под островом, скорее всего, да. Поэтому стрелка указывает туда, вниз, в бункер. Значит, нам отправляться надо туда. Сейчас обзаведемся транспортом и поедем в бункер. Я не знаю, чем отличается бункер здесь, на этой локации, на Приморье, от бункера, который на Серафимске. На Серафимске я был, конечно, не раз, зачищал его. А вот здесь я как-то не был. Я почему-то думал, что он похожий на тот же самый. Но не знаю, сейчас мы это проверим. Да, сейчас мы это проверим. У меня все есть. Да. Так, интересно, что здесь за транспорт будет. Можно, конечно, будет заехать на базу. Ну, а можно и не заезжать. А, все-таки неправ я был в предыдущую ходочку. А поторопился, а может быть просто под конец ходки уже подустал немножко. Ладно. Начнем сначала. Итак. Автомобиль у нас есть. Свечи есть, аккумулятор есть. И ключи, конечно, тоже есть. 5 литров топлива. Этого за глаза хватит. Так, ну вот вопрос только один возникает. Если я пойду сейчас в бункер, мне нужно патронов побольше. И побольше аптечек, понятное дело. Значит, надо все-таки на базу заехать будет. Да, заедем сейчас на базу, я прикуплю. Неизвестно, сколько там военных. Может, придется повоевать. Так, я вижу там... Ага. Маскировочный костюм. Этот маскировочный костюм, в котором я сейчас, он не особо подходит к каске. А вот зеленый подходит. Ну и рюкзаки у меня такие есть. Сейчас мы облачимся в зеленый костюм. Полезем в бункер, хотя в бункере это не важно. Там главное не умереть. Далеко ходить не будем, здесь останемся. Оставим тачку. Итак, ладно, двинем в бункер. Побольше патронов. СВДшку бросим. Да, и СВДшку я брошу. СВДшка здесь не нужна. Здесь нужно что-то помощнее. Ну, а у меня, в принципе, все есть. Разве что калаш обычно взять с собой. Даже не знаю, калаш. Калаш, даже не знаю. Неизвестно, как возьму, наверное. У меня на него патронов достаточно. Да, вот так я буду думать. Все нормально. Так, патроны скинем. Неизвестно, АК. Да, для неизвестного АК у меня очень много патронов, и они как раз мне пригодятся. Вот. Надо купить патронов. Для ЛМГ. Для ЛМГ. А для ЛМГ в продаже патронов нету. Вот это плохо. Так, пару-тройку аптечек.
бинтваттом. Да, для ЛМГ нету патронов. Ланта, да я особо не буду париться, возьму ящик с патронами. Для калаша и для РПГ. Ой, для РПК. А там по-любому в бункере будут. А вояки с таким оружием. Мы его сменим. Так, все, я взял все необходимое, можно двигаться. Думаю, мне этого хватит. А маскировочный костюм не стал одевать. Обойдусь как-нибудь без него. Что, поехали навстречу приключениям, сталкер. Трн-дун-дун. Ха-ха. Погнали. Так, до бункера тут, в принципе, прямая дорога. Сейчас доедем. Вообще без вопросов. Ах, я опять без химзы. Да, здесь же можно ЛМГ найти. Вот в этом болоте. Но без химзы туда особо не полезешь. Там же токсичный туман. Так, сюда мы тоже заезжать не будем. Я не вижу смысла. Но тут можно, конечно, найти магазин. Но не факт, не факт. Так, ну что, я почти уже доехал до бункера. Здесь оно, тут недалеко. Тут. А, сталкер. Ох ты, как я могу. Так, надо проверить вооружение. 200 патронов на ЛМГ у меня. 132. Так, аптеки есть, все есть. Ну что, в бункер? Перекусить бы надо, но вот еды я с собой не взял. Ладно, сейчас в бункере кого-нибудь заколбасим и найдем, чем поживиться. А вот завтрак туриста. Вепрь. А завтрак туриста захочешь потом пить, а воды-то нету. Полезли в бункер. Вот первый труп. Куда идти, я не знаю, если честно. Поэтому... Поэтому идем просто вперед. Что-то мне подсказывает, не туда я зашел. Никакого обновления квеста нету. Ну, да, пишет он, что нужно в бункер зайти, там т.д. и т.п. читать. Ну вот смотрите, жду в бункере как можно быстрее, нам нужны все силы. Милентьев. По идее, мне нужно в бункер зайти, но зашел я, ну а что-то пока непонятно. Ладно, будем двигаться вперед. Я нахожусь вот где. Главное у них покой, можно так сказать. Где-то вот здесь. Ух ты! Не заметил, как вояка появился. Пока карту смотрел. Ладно, будем продвигаться вперед, будем зачищать бункер, полазим, может быть, какие-то документы найдем, может быть, какие-то подсказки, я не знаю, посмотрим. Пойдем поверху или понизу? Пойдем понизу. Да, нужно быть осторожным. Бункер тот же самый, но зашел я с другой стороны просто. Так. Ага,
Вот в эту комнату сейчас попробую пробраться, посмотреть, что там. Валим отсюда. Так, 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 так. Надо подлечиться. Ну что, троих-четверых я убил, да? Немножко разрядил обстановку. Сейчас продвинемся чуть дальше. В МГ, думаю, нужно уже скидывать. Патронов мало осталось. Выкидывать я, конечно, его не буду, оставлю в рюкзаке. Кто ж такую пушку выкидывает? А нам нужно РПК найти сейчас у кого-нибудь из бойцов. Да-да-да, сейчас. А нет, 42 патрона еще есть. Ну-ка, ну-ка. Покажись. Ставим автомат. Там еще один вояка. А тут еще где-то двое или трое должно быть, если мне не изменяет память. А, вон он. Ну, надо вперед идти. Блин, из меня кровь хлещет. Откуда? Завалили меня. Ну что же, причина смерти застрелена. Отвлекся, отвлекся. Да, придется выходить. Возрождаться. Итак, я покинул бункер. Покинул бункер, но покинул не в том месте. Не в том месте, где заходил. И я перешел на локацию Серо-Уфимск. Вот так вот получилось. Я не стал добираться до своего трупа, так как он был в другой стороне карты. Как видите, я оказался голый на Серо-Уфимске. Сейчас моя цель вернуться на локацию Приморья. Ну и, конечно, прибарахлиться немножко. Тут до Приморья недалеко. Сам видите, где я оказался. Это березки. Березки, березки, березки. Да, голым, конечно, тут особо не побегаешь. Но тут недалеко. И мы сейчас попробуем вернуться. Да, вот проводник-то, что действительно, я даже не в ту сторону побежал. Давайте выйдем сначала отсюда. Убили меня. Ну, при смерти, да, конечно, можно было добраться до трупа, обыскать свои вещи, забрать. Но смысла я в этом не вижу, не так уж там и крутые вещи были. Оружие, экипировки, патронов у меня всего достаточно. При смерти персонажа квест нужно брать снова. Поэтому, чтобы проходить квесты военных, мне нужно вернуться на локацию. Да, значит, теперь понятно. Четыре выхода в бункере, и, значит, два выхода выходит на локацию Серо-Уфимск, два выхода, или один даже выходит на локацию Приморье. Вот примерно как-то так. Но с квестом так ничего не понятно все равно. Непонятно, нужно ли заходить было в этот бункер или нет. Сейчас вернемся, доплывем опять до подлодки, поговорим со Старпомом и посмотрим, что он скажет в этот раз. Хотя, что он может сказать? Наверное, опять отправят на задание. Но мы посмотрим, не будем загадывать. Итак, бегу я вот сюда вот. Так, а тут что мне? Защитите свое поселение. Да, но мне сейчас не до этого. Чтобы защищать поселение, нужно экипироваться. Я бегу голый, у меня только штаны. Ну ничего, сейчас добежим до базы, экипируемся. Хорошо, что я здесь вышел, а не на другом входе. Там пришлось бы дольше бежать, хотя примерно столько же. Ладно. Двигаем вперед. Правильно бегу? Да.
вот он, проводничок, и веди меня обратно. И вот я на Приморье опять, но в этот раз я голый. Сейчас добежим до бункера. Нет, конечно же, не буду туда переходить. Может быть, повезет, найдем что-нибудь. Понятное дело, что автомобиля здесь нет. При переходе меняются серваки, и тут уже ничего не будет. Ну, может быть, в предыдущий раз тут автомат был, а в этот раз только шпроты. Ну что же, пойдем голышом, тут недалеко. Ну, по дороге можно встретить мишку, который тебя сожрет два счета. Ну, или диких собак. Поэтому нужно быть внимательным. Они здесь как раз любят обитать. Вон, вдалеке собак, видите? Надо по краешку попробовать обойти. Мне даже отбиться нечем, я пустой. Если только убежать. Убежать и забежать в какой-нибудь дом. Ну, в принципе, недалеко можно успеть. Так, собаки вдалеке. Хорошо, когда знаешь местность, знаешь, кто здесь обитает. Можно, в принципе, выжить. А вот и здание милиции. Здесь, если повезет, будет полностью укомплектованная тачка. Но навряд ли, навряд ли. Ах, не хватает. Как видите, не хватает всего лишь аккумулятора. Ладно, это мелочи. Штормовка. Оденемся. И какое-нибудь оружие найти. Ну, хоть какое-нибудь. А тут, конечно, бежать недалеко. Но все же, вдруг по дороге кого встречу. Лучше встречать с оружием в руках. Вот, есть цинк патронов. 7,62. И что тут у нас еще? И аптечка. А бинокль. Патроны 7,62. Оружия нету. Ну, буду ящиком отбиваться, если что. Да, оружия, к сожалению, нету. Это печально. Проверим еще одно место, где бывает ствол. Но нет, там ничего не видно. Ну что, идем тогда. Без оружия. Мне нужно дойти до своей базы, которая находится. Ну, тут недалеко. Там я уже прибарахлюсь. Давно не бегал в такой экипировке, если честно. Постоянно на складе все есть, все можно купить. Вот. Чтобы добежать, нужно хоть что-то одеть. Ха, нормально. Да, есть, конечно, соблазн зайти в токсичный туман, но нет шанса, что я выживу. А вот там-то, конечно, можно чем-то найти. Ну что, рискнуть? Даже не знаю. Давайте обойдем по краешку и посмотрим в бинокль. Если мы что-то увидим в бинокль, тогда можно. Так, аптечка. ЛМГ. Как видите, там аптечка и ЛМГ. Бежим. У меня есть аптека еще, я же нашел. Так что есть шанс не умереть. Быстро. Быстро берем все. Давай, сталкер, шустрее. Сваливай отсюда. Патроны какие-то. Для АКМ. Все, бежим. А теперь нужно быстро отсюда выбежать и съесть аптеку. Хотя можно... Можно и без этого. Какое-то время нахождения в токсичном тумане можно выжить. Главное, не особо долго там находиться. Вот в этот раз мне повезло. Так, ну что, патроны есть у ЛМГ? ЛМГ-то я нашел, а вот патронов нету. И, к сожалению, здесь они не продаются. Печально. Ладно, будем использовать то, что есть. Я привык так к ЛМГ, что уже давно не бегал с другим автоматом, другим оружием. То есть ЛМГ и снайперка. И вот за это поплатился. Убили меня в бункере. Ладно, сейчас вернемся, экипируемся. Давайте откроем. А диверсанты. Найти, уничтожить на острове между пироговой плотиной диверсионную группу. Но ё-моё, ну, я даже не знаю, что делать. Я там был, группы не было. Есть только записка. Стрелка показывает вниз. В бункер я заходил, но в бункере...
В бункере меня, в общем-то, убили, конечно, но весь-то бункер я не исследовал. Может быть, действительно стоит зачистить весь бункер, что-то найдешь, ну, не знаю. В любом случае, для начала нужно экипироваться. И вот что интересно, сейчас, наверное, при смерти задание не исчезает. Как оно мне было доступно, так оно мне и доступно. Я его не брал. Старпома опять. Вот значит, это поправили. О, это хорошо. Вот я и на базе. Так, что там мы видим? Ничего интересного нету. Давайте экипируемся, конечно же. Теперь это сделать намного проще. Да, раньше приходилось что-то менять, а сейчас просто скидываешь. У меня полный комплект экипировки есть, поэтому я особо не парюсь. Штаны. Рюкзак. А что, так не меняется? Сначала снять надо. О, стопы. Выбросить. Вот. Что-то не поменялось почему-то, хотя должен был. Одеваем, конечно же, противогаз. Броню, перчатки. И химзу, наверное, оденем. Да, давайте оденем химзу. Неизвестно, куда нам придется лезть. Так, все, экипировались. А тут нужно выкинуть то, что нам не нужно. А тут забрать. Забрали. Так, скинем рюкзаки, конечно же. Ну что, ЛМГ мы оставляем, нет патронов. Берем РПК. И вторым оружием, я думаю, взять вал. Так. Патронов нету. Патроны на вал есть у меня, поэтому с этим проблем не будет. Даже больше, чем нужно. На РПК у меня тоже есть. Аптеку, вату. А что-нибудь перекусить? Что тут взять? Мясо. Мясо мы приготовим сейчас, попьем. Все, я полностью экипирован и можно отправляться. Ну что, а нужно добежать до этого места, конечно же, и взять вот эту папку с документами. Бункер, бункер. Может быть, какой-то есть тут другой бункер, даже не знаю. Но после того, как берешь вот эти документы, ну, ничего как бы не меняется. Стоит заглянуть к другим военным, которые сидят. О, смотрите. Взяли. О, химза. Да, тут же у нас недалеко же еще база военных. Может быть, и там какой-то бункер. Может быть, стоит туда зайти. Ну, не знаю даже. Пока вариантов других нету. Будем исследовать, будем изучать. Решим в дальнейшем.
ну вот, опять эти документы, я их подобрал. Жду в бункере как можно быстрее. Взорвать плотину. Милентьев. Недостаточно места. Я думаю, что не берется. Еду-то я приготовил, но так и не использовал ее. Может быть, еще какой-то здесь вход есть. Но не знаю, даже не знаю. Бункер, когда заходишь, но никаких же меток не показывается, что нужно куда-то идти. Вот, только предмет. Все. Бункер, бункер. Может, действительно, тут какой-то еще один вход должен быть. Да нет, бункер у нас один, скорее всего, он один и есть. Неужели он настолько тянется прям до сюда? Странно. Может быть, около церкви где-нибудь вход есть? Найти и уничтожить на острове. Ладно, попробуем зайти еще раз в бункер и в этот раз всех уничтожить. Может быть, все-таки будут какие-нибудь подсказки в дальнейшем. А других вариантов развития событий у меня пока на данный момент нету. Поэтому двигаем бункер. Решил я пешим ходом наискосок. Наискосок тут, в принципе, недалеко. Как, блин, далеко, в принципе, надо машину, хотел сказать, украсть. Нет, раздобыть автомобиль, и сейчас мы вот сюда сходим, посмотрим. Как мы помним, стоит автомобиль же у нас около здания милиции, там недалеко, в принципе. Там аккумулятора не хватает, посмотрим, что здесь есть. О, окушко. О, здесь полный фарш. Прям как будто меня ждала. Появилась опять метка 187, 179. Так, подождите, я там был же. Опять метка появилась. Ее же не было. Может быть, и нужно было взять, отойти и потом... Блин, даже не знаю. Что-то тупят. Квесты, мне кажется. Почему опять метка появилась? Журнал-то я забрал. Забрал. А, нет, вот, смотрите, вон группа диверсионная появилась. А у меня нету. Ё-моё. СВДшки, вон они появились. Надо было просто взять записку и немножко отойти и подождать. Ну и где они? А у меня СВД с собой нету. Как назло. Ну кто же знал, кто же знал? Где они теперь? Вон они двигаются. Их там двое, кажется. Надо ближе подойти. Дальности не хватает. А они, походу, с СВД. Да по-любому. Так, быстрее, сталкер.
Так, ну где же ты? Где же ты, диверсионная группа? В общем, диверсионную группу я обнаружил, и причина смерти — застрелен. Лагерь мирных. И сейчас мы возродимся. Итак, я возродился. Задание мне пока недоступно, так как меня убили. Нет, кстати, какое-то время нужно подождать. И, наверное, пока я переходил с локации на локацию, это время как раз прошло, и... Что это такое у нас там? Не вижу. А, ножик. И мне было задание доступно, а вот сейчас пока нет. Ну что же, я теперь знаю, что да, действительно, это не баг, это не нужно лезть ни в какой бункер, просто нужно взять записку, отойти на какое-то расстояние, ну, и потом через некоторое время появится диверсионная группа. Все, теперь мы с этим разобрались. СВД. Да, и как назло, со мной не было моей любимой СВДшки. Да что такое? Сталкер, сталкер. Ну а кто же знал? Ну там у меня остался автомобиль, там остался мой труп, который нужно забрать. Ну, соответственно, экипировка. А задание-то не действует сейчас, но... А диверсионная группа там должна быть. По идее, остаться еще на том месте. В общем, в любом случае, мне нужно вернуться туда, теперь я знаю, что делать. Берем квест, берем записку, отходим на небольшое расстояние и ждем диверсионную группу. Не обязательно лезть было в бункер, все оказалось намного проще. Так, автомобиль у меня где-то вот здесь. Да, теперь всегда с собой буду носить... СВД. Хотя бы один магазин и одну винтовку. Вот на такие непредвиденные случаи. Так, ну где там группа? Ну, наверное, скорее всего, уже этих сталкеров нету. Нету задания, нету сталкеров. Но мой труп остался. А теперь очень хорошо помечает место смерти на карте в виде черепа. И я теперь буду знать, где я умер. Так, вон машина стоит. Вот вояки. Да нет, нет их там, наверное, уже. И заколбасили. Давайте подберем оружие. Конечно же, экипируемся и пойдем, наверное, к Старпуму. Наверное, снова придется у него квест брать. Хотя не знаю, как сработает. Сейчас посмотрим. Так, тут мы все взяли, да? Все взяли, все одели. Ну, и все остальное скинем, конечно же. Надеюсь, места у меня хватит. Но если не хватит, мы что-нибудь выкинем. Ну вот, явно мне не нужно две карты и двое часов. Часы, в принципе, вообще здесь не нужны. И так понятно, когда ночь, когда день. Так, ну что? Ах, не все влазит. Рюкзак вот этот нам не нужен. Так, это мы съедим. Это мы выкинем. Тут тоже. Примерно как-то так. Давайте, да, перекусим. Второй я. Два трупа валяется. Так. Давай ешь быстрее, нам надо отсюда уже сваливать, но, скорее всего, к Старпому идти.
А задание будет там доступно. Так, и возьмем. Все, нам больше ничего не нужно. Автомобиль под боком. Поедем сейчас, наверное, через базу военных. Да, через базу военных. Заправимся по дороге. У меня канистра, к сожалению, нет. Но это тоже не проблема. Где-нибудь найдем. А чтобы был доступен квест, нужно подождать какое-то время или перейти на другую локацию. Ну, переходить мы никуда не будем, мы просто подождем. Через некоторое время будет нам доступен квест. Да, вот такой неудачный поход у нас получился. Но зато мы теперь знаем, да? Знаем, как выполнять его, что нужно сделать. Да хорош, уже не попадете. Я уже далеко отъехал. 4 литра. 4 литра для Аки это достаточное количество бензина. Можно ездить прям очень долго. Да, едем к дальнему. Маяку. Там все-таки поближе будет переплывать, чем плыть через всю реку. Или это, в принципе, не река, это залив такой. Да, небольшая бухточка. Ну и на моем тарантасе это плыть... А, вернее, ехать по камням будет удобнее. Маленькая юркая машинка как раз для выживания в такой местности. Вот я и на месте. Так. Поплыли к старпому. Как скрипит железо, слышите? Прям реально. Так, мне нужно подлечиться. Вот метка горит около старпома. Скорее всего, уже можно взять еще раз этот квест, поговорив с ним. Почему при предыдущей смерти он не слетел, я не знаю. Когда я в бункере умер. Ладно, сейчас все разузнаем. Сейчас. Задание Дерсата недоступно 1 минуту. Вот, видите как. То есть теперь можно посмотреть, сколько времени она будет недоступна. Да, она появляется не сразу. А у меня было доступно, потому что я пока путешествовал по локациям. Как раз это время и прошло. Мы посмотрим, где сбросили гуманитарку. Ох, ё. Ну мы что, не пойдем, правильно? А вот когда обратно поедем, через 1 минуту, мы туда зайдем. Тем более мы на автомобиле. О, накидочка. Недостаточно места. А вот насчет места мы, конечно, сейчас посмотрим, что выкинуть. Ну и, конечно, здесь немного отдохнем. Ну что, а пока я тут отдыхал, решил выкинуть оранжевый химкостюм. Все равно я в нем не хожу. И у нас доступно задание диверсанты. Давайте подойдем к старпому и возьмем его снова.
Да, все, теперь мы знаем, что нужно делать. Идем искать. Так. Подпрыгивай, подпрыгивай еще выше. Идем искать эту записку, этот журнал. Потом отъезжаем на некоторое время. Отходим даже подальше. И уже появляются диверсанты, которых мы и встретим с СВД. Теперь я во всеоружии. Я так думаю, стоит где-нибудь... Может, на плотине даже на самой засесть. А свалить военных, сесть на плотине. Дальности СВД хватит, я думаю. Можно там лечь и неплохо их пострелять. Ну, посмотрим. А выберем получше место. Там их двое. Ну, вроде было двое, может быть, где-то прятались еще несколько. По крайней мере, я двоих засек. Вот и мой маленький внедорожник. Состояние здоровья ухудшилось, необходимо лечение. Так, ну, ухудшилось оно не особо сильно, да. А пока горит зеленый крест, и это нормально. Вот когда будет уже мигать красный, тогда будет критическое состояние. Сейчас пока еще не страшно. Можно убить собака, можно пожарить мясо, но у меня нет времени. А диверсанты не дремлят, поэтому нужно быстрее. Быстрее их заколбасить. Так, все. Почти выбрались напрямую. А, чтобы посмотреть карту, нужно из машины вылезти. Ну, зачем мне ее смотреть? Я и так знаю, куда мне ехать. Но лучше выйти посмотреть. Да, все правильно. Найти и уничтожить. Вот именно, ключевое слово найти. То есть не просто прийти туда, они там будут тусовать. А найти, то есть, да. Без 100 грамм не разберешься, как говорится. Но здесь опасно. Это лучше делать на базе. А вот пару собачек мы сейчас. Гуманитарка. Как я мог забыть про нее? Точно. Давайте задний ход сдадим. Убьем собачку. Чтобы за нами не бегало. Впереди у нас ждет гуманитарная помощь. А там, может быть, что-то будет путевое. А, может быть, магазины КЛМГ. Сейчас заедем, возьмем. Так, а вот и я. А для начала нужно скинуть. Скинуть, скинуть. Так, скинем, потом, я думаю, вал тоже нужно скинуть. Вот так, я думаю, будет нормально. И посмотрим, что здесь у нас. Да, КЛМГ. Сайга нам не нужно. Давайте возьмем так. Рюкзачок. Балаклава нам тоже не нужна. Ну, в принципе, да, вот патроны КЛМГ мне как раз и нужно было. Все остальное нам не нужно. Супер. Двигаемся дальше. Вперед на поиски диверсантов. Автомобиль бы заправить. Ну, на базе у меня есть канистры с бензином. Я это прекрасно знаю. Так что в любом случае я могу заправиться. Итак, сначала возьмем записку эту. Я думаю, вот неплохое место. Даже не придется переезжать мост и не придется убивать вояк. Вот здесь засядем где-нибудь за кустом. Отсюда дальности хватит СВД, чтобы убить их. Да, можно даже вот тут лечь. Прям великолепное место. Или вот здесь встать. Но тут уже вояки могут подстрелить. Ладно, двигаемся. Вот мой труп до сих пор там лежит. Не исчез. А если забрать все вещи, то он исчезнет. А так как я забрал не все вещи, он какое-то время еще пролежит.
Так, все, взяли. Я так понимаю, все-таки бункеры находятся под землей просто. Для меня туда входа нету. А диверсанты? Диверсанты туда как раз и могли зайти и потом выйти. Сейчас отплывем на безопасное расстояние. Вот на этом холмике даже можно остаться. Главное, чтобы была ровная площадка, чтобы мне лечь и не спеша прицелиться. Смотрите, какое место великолепное. Я не знаю, ушел я на необходимое расстояние. Может быть, и нужно уходить дальше. А сейчас мы применим аптеку и посмотрим. Если не появятся диверсанты, то можно дальше отойти. Да, там должна появиться еще раз метка. Да, цели столько-то, столько-то. Скорее всего, нужно отойти на более дальнее расстояние. Да, наверное, мы так и сделаем. Без нас все равно, как говорится, не начнут. Погнали отсюда. Ух ты. Аккуратней, сталкер. А где мой там автомобиль? Где я его бросил? А, на самой дороге. Ну вот до туда и дойдем. А будем посматривать назад, как только появится точка с расстоянием. Метка, значит, пора возвращаться. Просто будем поглядывать. Вот она появилась. Вот и можно уже возвращаться. Отсюда я не дострельну, да? Вернемся. Не вопрос. Где тут наше излюбленное место, которое мы присмотрели? Да вот здесь, я думаю. Не вижу, слишком далеко. Давай поближе подойдем немного. Точка появилась, а сейчас вообще исчезла опять. Ну, появлялась же метка, да? Да, может быть, я слишком рано повернул обратно. Что-то у меня с этим заданием, ну, никак все не срастается. Который раз уже. Может быть, они не успели еще выйти из своего убежища. Да. Давайте вернемся обратно. Вернемся обратно к машине. И не будем торопиться. А как увидим две красные метки, значит, диверсанты появились, и тогда уже можно будет... вернуться. Так, ну вот. Не вижу пока никого. Вон они, смотрите, появились. Теперь вижу. Копошатся там. Стволы там у них были, каски зеленые. Надо ближе подойти. Отсюда не видно нифига. Может быть, они видят, что я близко и не выходят? Вполне возможно, вполне возможно. Они же все-таки диверсанты. Да ё-моё, опять их нету. Уже они такие скрытные. Видать, реально нужно подождать, когда они выйдут уже. И тогда вернуться. Ну вот их опять нету. Хотя были видны.
замороченный какой-то квест. Давайте залезем прямо на самый верх. Повыше. Ну, смотрите, я уже далеко ушел. Отсюда-то они меня точно не увидят. Так, но я их тоже отсюда не вижу. Какие подозрительные диверсанты приходят с кругами тут бегать. Ну сколько уже можно ныкаться-то? Выходите. Так, ну что-то ни метки, ничего не видно. Да. Явно не срабатывает квест, пока я нахожусь вблизи. Вот как только отхожу далеко, они появляются. Ну что такое? Давайте дойдем уж до деревни тогда. Ну вот, смотрите, появилась опять точка. И опять исчезла. Ты ё-моё. Так, ну что, а в этот раз нет никаких вообще указателей. И никого не видно. Поставим РПГ. РПК. Для ближнего боя и сплаваем туда, посмотрим, что такое. Что там-то вообще творится? Что никак я не разберусь с этими диверсантами. Блин, какие хорошие диверсанты, да? Никак не получается мне их поймать. Вот они. Но не хотят выходить. Не хотят. Обновлено задание диверсанта. Обновлено. Что значит обновлено? Найти, уничтожить. Ладно, вернемся еще раз обратно. Я пока бегал, уже проголодался. С этими диверсантами, блин. У меня две записки уже. Вот я на дорогу вышел даже. А ну насколько мог далеко отошел от них.
Да, сейчас даже не появляется указатель, что столько-столько метров. Что-то вообще такое ощущение, как диверсанты уже давно туда свалили, я тут кругами бегаю, не знаю зачем. Но, как видите, пока никаких результатов, кроме того, что я только проголодался. Ну где же вы, диверсантики? Ну покажитесь. Так, надо перекусить, а перекусить нечем. И попить воды тоже нечем. Что, зайдем в домишко? Посмотрим, может быть, тут что интересное есть. Старая банка тушенки. О, аптека. Так, аптека. Аптекой сыт не будешь, конечно же, но это лучше, чем ничего. Так, давайте уйдем еще дальше. Еще дальше, еще дальше, еще дальше. Блин, я столько медведей уже заколупасил за охотку. Скоро они на меня охоту начнут. Мишки косолапые. Не знаю, ушел уже насколько возможно прям далеко, но метка не появляется почему-то и никаких продолжений не вижу. О, появилось. Так, я не знаю, подходить опять близко, но смотрите, не факт, что получится. Метка может опять исчезнуть и диверсанты не выйдут. Давайте подождем здесь. А пусть они выходят. Найти, уничтожить на острове. Так, ну нашел я их, вон они там. И даже видел не раз. Что такое? Бинокль бери в руки. Ну вот метка сейчас исчезла. Сейчас, по идее, должны диверсанты уже бежать куда-то, да, там? Давайте понемножку подходить и зырить в бинокль. Других вариантов я пока не вижу. Но опять никого нету. Да ё-моё. Ну, мне это уже начинает немножко надоедать. Но не могут быть такие диверсанты прям умные. Чуть что, сразу ныкаются. Ну, как видите, да, они реально слишком умные, не хотят выходить. Что же делать? Смотрите. Еще одна записка. Обновлено задание. Смотрите, видите, оно постоянно обновляется. Но что-то не срабатывает. А может быть, это действительно какой-то баг? Вполне возможно. Я тут бегаю, бегаю. А оно забаговалось.
Давайте уйдем на дальнее расстояние, как только появится метка, мы не будем даже близко подходить, просто постоим, подождем. Посмотрим, может быть, они пойдут в нашу сторону. Или, может быть, наконец-то они уже взорвут эту плотину. Хотя бы я узнаю, что они действительно есть и существуют. Видел я их, конечно, перестреливался с ними, но... Как-то, мне кажется, это было мимолетно все. Так, на этом расстоянии еще пока не появляется. Надо дальше уйти. Примерно. Вот. Вот они появились, и я близко подходить не буду. Пусть они... Вот так вот. Вот. А ну что? Будем ждать. Будем ждать, а может быть они и появятся. Но близко подходить смысла нету. Только начну подходить, и они опять спрячутся. Диверсанты, ну вы где? Ну и пока 163 метр не движется, значит, я стою на месте, и они тоже. Смотрите, 165. А, нет, это я бинокль просто приблизил. Может быть, с какой-нибудь другой стороны обойти по периметру. Сейчас только начну движение. Бинокль. Надо иногда поглядывать. Боюсь, сейчас начну движение, и все исчезнет. Нет, ну пока указатель не исчезает, это хорошо. Давайте наверх залезем, может быть, все-таки увидим сверху их. Так, указатель на месте, указатель, точка. Так, опа, исчезла. Примерно вот на таком расстоянии нужно находиться. Отсюда я же не вижу ничего. Да ё-моё. Так, тут я дальше не могу зайти. Тут уже конец, конец локации. Меня система туда не пускает. Ну что, я могу сделать тут только один вариант. Добегу до дороги, сяду в свой автомобиль, отъеду на небольшое расстояние и буду ждать, сидеть. А у меня другого ничего не остается. А буду ждать, когда они пойдут взрывать эту плотину. Они же должны ближе к плотине подойти, да? Да, такое ощущение, как будто забаговался квест и очень сильно. Или, может быть, так и задумано. Ну, не знаю, не знаю, сколько я выживаю в этой аномальной зоне. Первый раз такое вижу. Я не думаю, что это так задумано. А что-то здесь не в порядке. Но мы все равно раскусим. Что же, здесь не в порядке, и рано или поздно все это выполним. А все-таки дальше линейка квеста военных не может продолжаться, пока не выполнится этот квест. То есть нам нужно это выполнить. Где мой автомобиль? Так, стоп, я слишком близко подошел. К военным я его дальше оставлял. Вот мой автомобиль. И на этом расстоянии как раз появляется метка. Вот отсюда видно гору неплохо. А давайте мы сядем. Так вот. Все, будем стоять здесь. Может быть, не с той стороны подошел. Да какая разница, с какой стороны заходить? Согласитесь? Ну да. Не думаю, что есть большая разница. Ладно, давайте пока. Бьем вояк. О, а может быть, вояк нужно заколбасить? Кстати, кстати, кстати. А где вояки? Раз. А где еще один? Да,
Может быть, в предыдущий раз они появились, я же вояк убивал. Убивал. Может быть, так появится? Да, действительно. Они же их тоже боятся. И если я немножко расчищу, то... вполне возможно. Так, вояк нету. Вояк я убил. Машину не будем трогать. Лучше пешим ходом. Ну что, метка пропала. Но никого не вижу. Идеальная позиция, казалось бы, да? Но и красной точки нету. Давайте попробуем сейчас подойти поближе, может быть, все-таки появится. Мост зачищен. Они должны выйти. Ну, диверсанты, покажитесь. Где же вы, где же? Нет. Нет, диверсантов, может поближе подойти. Да, опять вот эта точка, опять вот эти документы, сколько раз я их уже подымал. Ну, а действительно, может быть, нужно убить военных, и тогда появятся диверсанты. Но давайте последний раз попробуем. Вот военных я убил, на плотине никого, документы я подобрал. Квест как бы вроде обновлен, хотя сколько можно. Сейчас, по идее, должны они появиться. Я на безопасное расстояние отошел. Еще дальше даже могу отойти. Но нет. Никаких движух я там не вижу. Опа, что, показалось ли? Не, показалось. Вот, а появилась метка. Ничего не происходит. Ну что же, сталкеры, на этом все. Уже темнеет. В итоге не прошли мы квест. Не знаю, что случилось, или я что-то делаю неправильно, или он действительно забаговался.
Сколько раз мы пробовали? Один раз только появились диверсанты. А что я сделал в тот раз правильно, а что в этот раз я сделаю неправильно, я не знаю. Но будем разбираться, будем пробовать еще раз. На этом все. А всем до встречи, всем пока. С вами был я, сталкер-баннерщик. И вот стоило мне только отъехать на машине за мост, я услышал выстрелы. И появились диверсанты, вот они втроем. Видите, и стреляют они нехило. Меня подранили, но... Мы сейчас попробуем. Смотрите, пуляют как. Ё-моё. А я не вижу, где они там сидят. Попробую сейчас их убить. Их трое. Я один. Может быть, они ждали ночи? Не знаю. Вон они. Стреляю по вспышкам. Вон. Да ё-моё. Надо поближе подползти. Один, а где остальные? Вон они идут. Есть, одного я снял. Еще один остался. Неужели всех убил? Аптека. Мне срочно нужна аптека. Аптека у меня в автомобиле. Вон она, моя тачка. Итак, да, вроде я и всех убил. Не знаю, чего они ждали. Ждали ночи. Или действительно нужно было убить сначала военных, потом проехать по мосту. Я уже собрался уезжать на базу. И вот услышал выстрелы. Может быть, как-то так. Ну вот, не знаю, что. Как... Но получилось найти и обезвредить диверсантов. Теперь нужно подлечиться. Так. А у меня ничего нету. Тогда быстро в машину и на базу. Да, мне нужно быстро поесть, а быстро попить воды и подлечиться. Но база здесь недалеко, поэтому я особо не парюсь. Как раз вещи все скину. И посмотрим, что там с диверсантами. Это просто жесть. Долго я их выслеживал. Действительно, диверсанты. Кто бы что ни говорил. Как бы своих не задавить. Сталкер, вот ты сел тут прям. И вот я на базе. Да ё-моё. Мне нужно быстренько аптеку и что-нибудь перекусить. Аптеки у меня есть. А перекусить мы сейчас что-нибудь приготовим. Давай, готовься. И мы пока посмотрим. Задание выполнено. Диверсанты. Теперь, я так думаю, нужно вернуться к Старпому Нитрау. К Старпому. И доложить ему о том, что мы все это выполнили. Ух, прям не верится, что все-таки поймали этих диверсантов. А сейчас мы выложим все вещи.
перекусим, подлечимся и отправимся к Старпому. Но это будет уже реально в следующий раз. На этом все, сталкеры. Всем до встречи. Всем пока.